Всем привет! Итак, мы начинаем восстанавливать нашу физическую форму. Нам нужны сильные стопы, сильные ноги, поэтому даю упражнение на станке. Для этого нам понадобится стульчик и ваше терпение. Значит, упражнение мы будем выполнять по первой позиции. Напоминаю, первая, вторая, пятая, ну и пятая назад, соответственно. Ручки. У нас подготовительная позиция. Первая, третья, вторая. Плечики, мы помним, у нас отведены назад, опущены. Шейка длинная, ровненькая спинка. Так, взяли стульчик, у вас будет опора. Начинаем с плие, деми-плие, гран-плие и ролеве. Левая или правая ручка, с любой можете начинать, у вас на стульчике. Вторая подготовительная позиция. Садимся, деми-плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И гран-плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Четыре повтора делаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вторая позиция. И раз, два, 3, 4, 7, 8. Гран-плие. Пяточки не отрываем. 4, 5, 6, 7, 8. Пятую позицию закрыли. 2. Деми-плие. Деми-плие. И гран-плие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ножку назад. Закрыли пятую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И гран-плие. Пяточки здесь мы отрываем. Семь, восемь. Следующее можете без опоры делать ролеве. Подъем на носочки. По первой позиции делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И равновесие. Ручки в третью позицию. Держим 8 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опустились. По второй позиции повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Равновесие. Раз, два, три, четыре. Шейка длинная. Пять, шесть, семь, восемь. По пятой позиции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стоим. Два, три. Коленочки вместе затянуты очень сильно. 7, 8, и пятую назад закрываем, ножку в сторону закрываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Равновесие, ручки в третью, стоим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Коленочки держим вместе, полупальцы высокие. Закончили. Теперь у нас следующее упражнение. Это батман тандю. Первая позиция. Ручку отвели в сторону. Во вторую. Выводим батман тандю вперед. На носочек. Хорошо затянули колено и стопу. Раз. Два. Три. Четыре. В сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Назад. Раз. Два. Три. Четыре. И в сторону. Заканчиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Закончили. То же самое нам надо повторить с другой ножки. Поэтому... перешли, повернулись на другую сторону, сделали на правую ножку. Ручка в сторону,
шейка длинная. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо затягиваем пальчики. 7, 8. В сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назад. Пяточка смотрит внутрь. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Также мы делаем сейчас батман ЖТ. Ножку поднимаем под 45 градусов. Главная ваша задача — натянуть хорошо носочек на ноге. Держим плечики красиво, шейку длинную. Выводим ножку, натягиваем пальцы очень сильно. И потом уже поднимаем вверх. Точно так же опускаем на пальчики, по полу гладим и пяточки соединяем вместе. Обязательно проглаживайте пол хорошо. Приготовились? 7, 8. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назад. Ножка выворотная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восемь. Заканчиваем в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Поворачиваемся на другую сторону. Работаем правой ножкой, либо левой. Ручка вторая позиция. Шейка длинная. Батман ЖТ. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Делаем еще сегодня удержание. Релеве лянг называется. Подъем ножки на 90 градусов и удержание. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опустили ножку. Носочек и колено затянуто в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрыли. И в сторону. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. То же самое левая ножка, но я без опоры сделаю. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. На сегодня все. Следующее видео будет сложнее уже. Я добавлю еще упражнения для стоп, для ног, чтобы были красивые, стройные и сильные.